Хороший первый тайм, ничего не позволяли делать Гомелю, а во втором и сами моментов не создавали, в принципе, и сопернику позволили уже чуть больше. В чем причина? Ну, так счет был уже 1-0, поэтому, естественно, что Гомель наседал. А нам что делать надо? Сохраняли свои ворота. Во втором тайме ты вышел на свою профильную позицию, да, до этого мы привыкли себя видеть в центре защиты. Есть какая-то разница между центром обороны и опорной зоной полузащиты? Ну, есть разница, конечно, но я не знаю, какая моя профильная позиция последние пару сезонов, точно не могу сказать сам. Вильямсон отдал отличный пас, я считаю, там 50% это пас. А потом, ну, убежал, видел, что защитник качества, решил убрать. Ну и ударил уже левой ногой. Честно, бил на силу, не знаю, куда бил, но попал, повезло. Ну, спасибо Вильямсону за пас, отличный пас. Что Артему Шуманскому сказал? Все-таки первый гол в высшей лиге. Молодец, мальчик. Thank you.
конечно. Если бы у команды, наверное, не было характера, мы бы, наверное, этот матч не выиграли, да? Пацаны сражались как могли, и я думаю, что вполне заслуженно этот матч мы выиграли.